Итак, самый добрый вечер. Вот это я заехала в магазин, называется Бурлингтон Coat Factory. Вот тут просто миллион всяких разных пальто и все что угодно. Я просто клянула, кто-то бросил сюда вещи. Я приехала, чтобы купить сыну куртку. И вот нашла, завтра он едет у меня в Нью-Йорк. Ой, боже. Он же у меня такой большущий, здоровущий. Вот я нашла такую симпатичную штучку, натуральная вся. Овчинка натуральная. И стоит она всего лишь... Она стоит 90... Ну, $100 она стоит. 99-99. Стоила 200. Ай, ну не надо съезжать. Хорошая, хорошая, но она на него маловато. Это ларч, ему надо X. А, ладно, я ее положу сюда. Запихнуть невозможно, потому что курток навалом. Или вот вторая такая, самая огроменная, самая такая более-менее. Самая такая более-менее. Ну, естественно, с флагом. Вот, она стоит вообще ничего, 29,99. А вот прежняя цена была 80. Магазинов, конечно, как я уже говорила, миллионы, тысячи здесь. И чего только здесь нет. Куртка, конечно, очень теплая. Куртка, ну, она такая, как бы спортивная. Хочется ему купить что-то такое, типа дубленочки. Ну, не знаю, будет ли он вообще носить дубленочки. Ладно, я возьму вот эту куртку за $30, 29,99. Большая, хорошая, ладно. Ну, уже, коль я здесь, я уже покажу. Вот это, типа, ну, дубленок, ну, оно такое все страшное. Куртки по 19, по $20. Кожаные куртки Michael Kors, только что я находила за $59. Цены, конечно, смешные. Магазин просто без, как сказать, очень громадный, бескрайний, хотела сказать. Итак, я сейчас снова покажу этот Michael Kors. Тут вообще не дождешься никакой помощи ничьей, потому что никто не помогает, невозможно. $100 такое стоит. Колумбия такая стоит $104, но это очень дорого, конечно. И пошла кожа всякая разная. Сейчас. Где-то я, интересно, видела курточку Michael Kors. Сейчас. Короче, хлама, конечно, этого навалом. Все размеры, все цвета. Вот это что такое? Натуральное, не натуральное что-то? Ну, цвет коричневый не люблю, тоже $100. 99,99. Тоже стоил 200. 200 стоил. Ну, такая приятненькая, натуральная. Ну, цвет нехороший. Мне Ваня такой носить не будет. Это вообще такая вся дутая-передутая эска. Маленькая эска, нифига себе эска. И цена у нее где? Цены нет, вот ладно. Ну, недорогая. Вот куртка 19,99. Вот она, Polo Club. Цены поотрывали. Не знаю, ладно. Итак, вот курток, это вот я зашла в отдел, где мужские куртки продаются. Куртки и пальто. Перчатки кожаные. Такие кожаные длинные плащи. Штирлицковские. Вот это мне безрукавка понравилась. Она хэбэшная. И стоит она тоже $100. Очень классненько. Я вообще такие вещи люблю. Овчиночка. Не знаю, натуральная или нет. Итак, ну вот все, что валяется, конечно, никто никогда ничего не поднимает, потому что для этого есть специальные люди, которые здесь работают. Но их тоже днем с огнем не найдешь. Вот я пыталась сейчас найти побольше пальто, оглянулась 25 раз, и никто ко мне даже не думал подходить. Потому что такие громадные магазины, здесь как бы рассчитано все на... То есть сам себе помоги. Вот эта вот куртка стоила 195, потом ее ценили до 79,99, а сейчас она стоит 59,99. Натуральная кожа, хорошая курточка. Гесс, вот она гессовская куртка. Тоже натуральная кожа, но она что-то похожа вот на старую, на советские времена, 69,90. В таких водители, дальнобойщики ездили. Ну, белая куртка, это тоже кожа, по-моему. Эта кожа стоит 69,99. Может быть, это даже не кожа, не знаю. Но похоже на кожу.
Вот тоже натуральная кожа. Но она белая. Это только может для детей. Опять же, для детей Колумбия. 69,99. Ладно. Итак, я одну вот эту курточку выбрала. Дальше я уже не пойду, наверное. Смысла нет одно и то же смотреть. Вот что-то совсем длинное валяется. А, это плащ. Кто-то сюда повесит плащ. Интересно, что за мужчина оденет вот такой вот с меховым воротником? Хотела бы я посмотреть на него. Ага, вот штанцы всякие разные, теплые. Штаны прямо теплючие, толстючие такие. Ну, это, наверное, лыжные. Сколько же они стоят? Они стоят 24,99. Вот тоже. Free County. И стоят они $35. 34,99. Шапки. Шапки. Шарфы. Так, вот тут я была, не была. Пальто. Пальто мы не носим. $69,99. Fleet Street. Не знаю, что это, чье это. А вот прям шуба. Это что ли для мужчины? Или, это, или женская сюда попала нечаянно? Женская. Наверное, это я же в женский зашла. Одел. $29,99. Я вот раньше любила такие спортивные цвет белые куртки. Да, если бы мне раньше такую куртку. Вот настоящая кожа тоже. И она стоит у нас 149. Ну, она чувствуется, что кожечка натуральная, качество замечательное. Выделка отличная. Ладно. Тут уже, я смотрю, перемешалось и мужское, и женское все. Big Tall. Ага, вот это для высоких и для больших и высоких. Но я там уже прошлась, я там ничего не нашла. Для Big и Tall. Не пойду уже по второму разу. Ладно, я уже на этой куртке остановлюсь. Джинсов миллионы. Но это уже женское, по-моему, пошло. Не может быть вот такая куртка мужской. Кевин Кляйн. Келвин. Кляйн. $109. 110. Ай, какая желтая, солнечная, яркая. Тоже Келвин Кляйн. Ой, какая прелесть. Я сама такой носила. 59,99. А стоила раньше 160. Ха, классная такая. Прям тепленькая такая стрит. А хорошая выделочка. Это уже женское все пошло. Вот зеленушка такая же. Ладно. Вот, казалось бы, да, Флорида. Зачем во Флориде столько вот теплой одежды? Таких магазинов здесь тысячи. Ну, не тысячи, но только в Орландо вот таких магазинов, Бурлингтон, я не знаю сколько. Это что-то вообще 70-е годы. Но красиво смотрится все равно. Ну, видимо, много туристов, может, из-за того, что туристы приезжают и покупают. Там вот все для детей. Там детская одежда, детские все. Ну, все для новорожденных, для детей всех возрастов. Перчатки, шарфики, все валяется. Это нормально, это абсолютно нормально, когда валяется. Никто никогда ничего не поднимает. Это, опять повторяю, это очень нормально. Никто не хочет таким образом там нагадить или что-то. Просто если упало, так много товара, просто иногда даже зло берешь, что так много товара, и невозможно что-то найти. Вот это роешься, 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 роешься. Поэтому что-то упало, себя уже не это. Не паришь и идешь дальше. Кожа пошла здесь, кожа. И собака такая красивая. Это кошелечек тут. Такой на спинке кошелечек. Так. Ну, это, наверное, уже пошло женское что-то. Я не знаю. Ну, такого, конечно, сейчас везде навалом. Ну, просто цены, конечно, очень-очень-очень здесь, конечно, спокойные. Я бы сказала, очень низкие цены. Вот это поло, пальтишко такое стоит $29,99. Фирмочка такая хорошая, тепленькая такое.
на девочку. С карманами. Куртка Эко. 39,99. Эко Ред. Это молодежная, конечно. Сзади вот такая фигнюшка нарисована. Это уже молодежная, ага. Гуги. Слишком, конечно. Слишком. Ого, 79,99. Ничего себе. Ну, слишком наворотов много. Чересчур. Переборчик. Ну, может, кому-то такое нравится. Кто-то застегнул. Застегнул не на ту пуговицу. И цена у этого счастья $74. $75. Это что такое? Ладно. Вот что-то такое блестящее, яркое, детское или юношеское что-то. А это даже Guess. Это Guess. $70. Так, вот это стоит 39,99. Такая очень даже. Такая солидненькая. Ладно. $14,99. Дубленочка какая-то. О, мне даже страшно вспоминать, что когда-то носила теплые вещи. Я до сих пор хожу в шлепанцах, вот. И до сих пор я в маечках. Не могу ничего носить. Не то, что даже не могу. У меня организм отказывается одевать обувь какую-то, кроме как шлепки. Я сейчас уже душу ногами. Так. Вот это вот лыжные. Нет, вот они лыжные. Вот они лыжные. Я на нее смотрела. Это специально вот написано Sky Active. Лыжные. Лыжные activity. Ну, как сказать. Для тех, кто занимается лыжами. Сколько же она стоит? Она стоит. Красивая такая, яркая, лыжная. Лыжная за лыжная. Она стоит 69,99. Ну, класснючая, конечно. Класснючая, просто вот вообще вся такая суперская. Хорошая. И там внизу еще под курткой куртка. Ничего не поняла. Сейчас ее расстегну. Она двойная. А, она отстегивается. Она из двух курток состоит. Ничего себе. Ну, давай, расстегивайся и уйдем. Ага, вот она как расстегивается. Она снимается. То есть можно носить ее как ветровку, и можно носить ее как куртку. И отдельно куртку и куртку. Все. Итак, на $69 можно купить себе на $70 две куртки сразу. Что-то красиво ничего нет. Я когда-то приходила сюда, тут такие были шубы красивые. Аж хотелось пищать. Такие были интересные вещи, а сейчас тут что-то нету ничего. Такого, чтобы душа порадовалась. Ничего. Иногда бывает, конечно, такое. Прямо вот красное какое изобилие. $100 стоит. Calvin Klein. Красивый красный цвет такой. Пожарный. Пожарный, распожарный. Такая яркая, веселая курточка, кофточка, курточка тепленькая. И стоит она $29,99. Хорошенькая такая. Так, куртеночки такие яркие. Даже розовое такое изобилие тоже. Хо-хо. Ладно. Ничего особенного нет, ничего. Но обуви вообще двинутся мозгами. Тут, конечно, такое место, где... Но я не пойду, потому что сыну купила две пары хорошей обуви, я там показывала. Не пойду я уже по мужской. Но я посмотрела, тут цены гораздо ниже, чем в Россе. Я не знаю, почему меня сюда никогда не... И тут цены гораздо ниже, чем в TJ Maxx. Особенно на мужские рубашки. Я вот Ване покупала последнюю рубашку за $25. Ну, хорошая, конечно, рубашка. И... Но здесь... Надо сюда почаще просто приходить. Вот так вот оно все набросано. Набросано, это детское пошло. Это детское. Так, где у нас женское пошло? Вот 9 размер, вот 10 размер, это моя 10. Ну тут все так, тут все в разброс. Тут надо просто на что-то так нарваться когда-то, если... Так.
Сегодня заходила в магазин в Росте, встретила женщину, подошла Ваня смотреть обувь, 13 размер, и женщина стоит. Она говорит, не могу найти маленький размер. Я говорю, какой ты размер ищешь? Она говорит, 16. Если Ване 47, это 13, то 16 это где-то там 50 какой-то будет размер уже. Если вот натуральная кожа. 6,98. Вот это мой размер. И как не взять? Не, брать не буду. Брать не буду. Но это туфли вообще не знаю для кого. 39,99. А оказалось, что у нее ножка такая большая. Она высокого роста женщина. Где-то 1,75-1,78 может быть. И я так удивилась, что у нее... Вот такие туфлики красивые. Hi. Looks so good. И это... Короче говоря, первый раз видела женщину с такой большой ногой. Ладно, я не буду здесь ходить по этому говно всякое показывать. Ладно, пошли одеяло, подушки, пошли вот эти. Пошли размеры 7. Там постельное белье, матрасы. И вон пошла одежда женская. Ой, чего только тут нет. Ну, я тут быстро пробегусь. Тут не всегда, тут не все вещи. Тут, конечно, много обуви такой дешевенькой, но есть иногда очень-очень дорогая. Не без этого. Ой, какие веселые сапожки. Прям веселые такие. Сколько же они стоят, это веселье. Ого, $70. Ничего себе. Веселенькие. Цена веселенькая. Ха-ха-ха. Ого-го. А эти стоят $40. Эти стоят $30. Эти стоят $40. Ну, это вообще смотреть не буду, мне это не нравится. Ладно. И там все для дома пошло. Отдельный отдел для женщин, для девушек, для детей, для юношей, для ну, понятное дело, для всех. Вот еще какие-то сапоги, какая-то обувь. Какая прикольная штука. Вау. Ух. Не, ну такого особо, конечно, тут хорошего нет ничего. Но иногда бывает, я же говорю, что-то иногда бывает. Вот какие серебряные. Прям мне такие сапоги купить бы одну сумку. И ходить в них. Дождь идет, а мы на лыжах называют. Бамбу. И они стоят $20, это бамбу. Такие веселые, красивые. А вот какие прикольные. $40. Вообще супер. Класснючие такие. Это $30 стоит. Это тоже, по-моему, $30. Да, это 29,99. Ну что, туфли показать? Хотя нафига они нам сдались? А нахрена они нам все сдались? Ой, какая платформочка. Вау. Вот как на них можно ходить? Я не представляю себе. И стоят они всего 26,99. Ужас какой. Просто ужас какой-то. По-другому не скажешь. Вот 22,99. Вот они все такие синие, черные, красные, розовые. Ой, вот красивенькие какие. Ой, какие, как мне нравится вот эта ткань. И стоят они у нас тоже 26,99. Холосенькие такие прям. Холосенькие. Стоят они $15, 14,99. Если, конечно, нужна дешевая обувь, это все сюда. 24,99. Не знаю, носят ли сейчас такие. Может быть, я просто никогда каблук не ношу. Я не знаю, модно это, не модно. И как это вообще, и с чем его едят. Хо-хо. Такая знаменитая фирмочка здесь. Хо-хошка. Стоит 29,99. А, тоже 29,99. Вау. Ай, какое веселье какое, $30. Ай-я. Ай.
И вот тут они лежат, стоят. Потом их уценяют, да не могу. Тут можно купить обувь просто за 3 копейки. Вот в тех вот рядах, вот там. Вот это все оценка. Так, эти 122,99. Ух ты, какие громадины. Ой, какие красивые. Я сама такие надела. Боже, какие классные обувь. А сколько же они стоят? Цены нету. Ну, тоже долларов 30, наверное. Ой, какие шикарные. Вот они, ага. Сколько же они стоят? Ну, где цена? Эй, ребята, так нечестно. Ни хрена цены нет. Ну и ладно, идите тогда в задницу. Вот девочка только что вот эти туфли мерила. Они стоят 19,99, 20 долларов. Слиток золотой. Топчухи. Это уже пошло такое. Тапочки. Ай, какие классные вязаные. 14,99. Ой, ну это, конечно, опять же. Вот такие тапки мне надо купить под мою сумку. 12,99. Не, ну я с таким носить не буду. Я ж такое не ношу. 12,99. Все по 12,99. Ох, какие красивые. Вау. Вот это да. И стоит это 24,99. Вот такое изобилие. Ух ты, сердца какие. 19,99. Ну, в общем, ладно. Слишком много внимания на это. Пошли кроссовки. Ну, тут такие, конечно. Как бы за нормальными кроссовками, за фирменными надо, конечно, ехать в фирменный магазин. Хотя здесь тоже можно что-то найти. Это детская пошла. Детские часочки такие. Ладно. Ладно, уходим с обуви. Пошли. Ладно, не буду останавливаться. А то я, меня сейчас дорожка куда-то заведет. Так что я опять это... Так, тут маечки. Не, ну тут вообще тут сюда страшно заходить, потому что сюда заходишь и отсюда не выйдешь. Отсюда выйти невозможно, потому что цепляешься, майка за майку, пошла. Цены безумно просто брошенки такие. Цены вообще просто караул. 9,99. Ее уже цены. Ну ладно, это дорого все равно. Для такого магазина это все равно еще дорого. И тихо. Вот опять серебро. Я когда вижу серебро, все, у меня это 12,99. Хай себе лежит или висит. Бери, не хочу, называется. Я не буду ходить, мне ничего не надо, абсолютно ничего мне не надо. И я ничего брать не буду, мне ничего не надо. У меня все хорошо, у меня теплые ноги. Так, это тряпье тоже, нам это тоже не надо. И это нам не надо, фены нам не нужны. Так, домашний, пошли в домашний зайдем. Я люблю вот эти всякие домашние штуки интересные. Вот это меня всегда привлекает. Пришла покупать сыну куртку, забыла про сына. Ой, как пахнет свечками. А. Ой, как здорово. Ой, такие зеброчки красивые. Колесенькие. Ой, жирафки. Прошу прощения, жирафки, что я вас зебрами назвала. Таких высоких девочек назвать зебры, это, конечно, это. Извиняюсь. Вот эта перегородка такая дома ставится, чтобы отгородиться от мужа, когда поругаешься. Все, ладно. Все, пошли отсюда. Вот что мне нужно было. Вот что я искала купить сегодня, так и не купила. Вот я его сейчас куплю. Мне макароны промывать, у меня эта штука сломалась. Все. Не зря я сюда сегодня пришла. Но мне руки нет, чтобы ее держать. Так. Тихо. Вот так, держись.
Все, клиренс, клиренс, это все оценка, оценка и оценка. Бери, не хочу. Бери и не хочу. Тут есть абсолютно все. И для ванной комнаты, и для туалетной комнаты, и для душа. И все. Пошли, трусы, лифчики нам не надо. Трусы, лифчики нам не надо. Такие красивые фужерчики. Ого, стоит $15 почти. Ничего себе. А трусов, лифчиков море. Море, трусы и лифчики. Вот это одел, трусы и лифчики. И вот эти вот сексуальные штуки. Нам надо? Нет, нам не надо. Это форма, униформа вот для врачей, для медсестер. И вон они всякие эти штуки. Но какие-то они все однобоки, одинаковые все эти. Они даже сексуально не смотрятся. Может, мне просто так кажется. Может, я просто не могу понять женскую красоту в таких костюмах. Что это такое? Костюм такой красивый. Ух ты! Ладно, нам это не надо. Итак, пошло женское. Идем отсюда, идем опять все для дома. Там опять все для дома. Все, пошли отсюда. Мне ничего не надо. Вот одни джинсы, сколько джинсов и... Короче, двинуться мозгами. Чтобы что-то найти, это надо перевернуть просто... Это надо здесь убить целый день, чтобы все это перевернуть и... Сумки показать. Шляпы, сумки. Ремни. Ремни вообще завал, завал. Кошельки. Я себе купила кошелек. Мне уже не надо, спасибо. Шапки. Кашпо. Чего только. Ладно. И все вот грузом таким понакидано, понаброшено. Очки. Оно все валяется. Тут все это скоро будет килограммами. Но это такое домашнее, дома. Носить тапочки, носки, тапочки, сумки. Ладно, сумки тут говнянские. Я даже и смотреть не буду. Я знаю, что сумки тут бля. Никогда хорошего не бывает. Такой ширпотребчик. Ну все, золото, бриллианты пошли. Бери, не хочу. Прям куски золота, куски серебра. Девочка худенькая такая. Ладно, пошла платить. Итак, вот такой громадина магазин. Просто громадина. Вот он вход. И выход там же, естественно. Я такая это. Все, я пошла платить. Ох. И пока ты заплатишь, пока ты дойдешь, обойдешь вот это все, ты пройдешь мимо всяческих духов. Мимо всяческих часов. Часы бери, не хочу. Вот целый набор часы с разными этими штуками. 119,99 с разными. Сколько их там? Ремешков. Какие хочешь, что хочешь. Нет, уже подарочные варианты. Ого, такой будильник. Это что, будильник или это мерить давление? Ну, красиво, мне нравятся большие часы. Я люблю вот такие крупные часы, вот они закрываются, эту штучку. Вот они. Одни и вторые, вот они вместе. Вместе они стоят $25, две штуки, или две пары, как сказать. Часы парами или штуками измеряются? Тут были еще одни, кто-то их уже отодрал. Тут и зажигалка сразу есть. Вот она сразу, и зажигалка там, и что-то еще. Все это стоит $16.99. $17. Такая красота. Я представляю, такие бы часы, да, вот в те годы, когда все повытянуто, пораскидано. Вот тоже, ну, красиво, вот это выпала штука отсюда. Так, это стоит, штука, это стоит. Оп, I'm sorry, часы упали. $24.99. Тут прям это. Одни бриллианты. Часы и брошь. Ужас какой. Это уже переборчик, конечно. Ну все, последний взгляд на магазин. В детское я, конечно, не пойду. Все, пошла я платить.
Ой, там еще чего только, чего только, чего только. Там спортивных товаров навалом миллион. Все, пока, 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 пошла.